Предприятие «Чуваш Автотранс» приступило к оптимизации своей деятельности в рамках финансового оздоровления. Как это отразится на пассажирах? За чей счет будут перевозить льготников? Больше или меньше станет автобусных маршрутов? Рассказал на брифинге министр транспорта Чувашии Владимир Доброхотов. Сегодня на «Чуваш Автотрансе» лежит основная нагрузка по перевозке льготных категорий пассажиров. Выпадающие доходы и стали причиной финансового напряжения на предприятии. Статус социально значимых имеют 298 городских и пригородных маршрутов, или 98%, то есть практически все. Правительство Чувашии поддерживало основного перевозчика как могло. Благодаря дотациям из бюджета удалось практически полностью погасить задолженность по заработной плате, остановив тем самым отток профессиональных кадров, частично обновить автопарк. В настоящее время «Чуваш Автотранс» при участии Минтранса Чувашии и других заинтересованных ведомств разработал план финансового оздоровления предприятия. Решается вопрос по выходу в 2016 году на безубыточный уровень с наименьшими потерями. Однако это не означает, что «Чуваш Автотранс» откажется от перевозки льготников. Возмещать затраты по социальным перевозкам теперь будут и местные бюджеты. С 1 апреля начался переходный период, во время которого муниципалитеты совместно со специалистами должны оптимизировать существующую маршрутную сеть на своих территориях. Всем главам районам, конечно же, мы уведомление послали, чтобы они предупредительного характера уже начинали внутри своего муниципалитета, внутри своего бюджета формировать затратную часть на будущее время. Никакого срыва в части перевозок не будет, и мы это будем жестко контролировать в целом. До последнего обязательства переходного периода по-любому «Чуваш Автотранс» будет обязан и будет проводить по-любому все свои социальные перевозки в части то, что было до сегодняшнего дня. Это я хотел бы еще раз, чтобы вы понимали, что понимание у Минтранса в этом плане есть. И в целом, получается, мы к этому готовы. Надо заметить, что срок окончания переходного периода пока не оговаривается. Следовательно, у муниципалитетов есть возможность тщательно проанализировать ситуацию и принять верные решения.